КСК «Уникс» перед студентами Казанского университета выступил актер театра и кино Александр Цуркан. Творческий вечер был посвящен Владимиру Высоцкому. И вот таким образом, через Высоцкого, через набережную Черны, через Елабугу я попал вот сюда, в Казань. Я приезжаю сюда, поверьте, для меня это очень интересно, для меня это очень важно эти выступления перед молодежью, перед студентами, перед студентами университета. Поделиться с ними вот теми своими мыслями, своими понятиями о жизни, о труде, о смерти, о памяти. На сцену он вышел, держа в руках гитару и с улыбкой приветствуя зрителей. Говорил Александр Цуркан о творчестве Высоцкого, об интересных фактах его жизни и о патриотизме. Ведь концерт прошел в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Александр Цуркан исполнил на гитаре песни на известные стихотворения Владимира Высоцкого, такие как «Серебряные струны», «Если друг оказался вдруг» и многие другие. Высоцкий как никогда сегодня современен. Потому что вот 46 песен военных написать, он же не воевал, его же за это потом упрекали. Но он написал песни так, что фронтовики ему писали письма, как вот это талантливое, удивительное существо Высоцкий, как он сумел сделать так, что песни его до сих пор, оркестр уже целый играет, поют песни. Со сцены постоянно звучали такие слова, как сочувствие, благодарность, дружба, память. Его выступление, несомненно, заставляет задуматься каждого о чем-то важном и вечном. Серебряные струны. И вот такими струнами через всю жизнь Владимира Семеновича проходила дружба. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.